Мне очень приятно всех вас здесь видеть. Мой мастер-класс сегодня будет проходить на тему образ... Закройте, пожалуйста, дверь, а то я не могу сосредоточиться. Значит, мой мастер-класс будет проходить на тему... Я на базе своей постановки буду вам объяснять, как вести себя на сцене, законы сцены, правила сцены. Но помимо этого, конечно же, мы затронем и другие вопросы, там, допустим, как готовиться за кулисами, как готовиться дома к выступлению. Ясно? Для тех, кто не знает, у меня большая просьба. Так как у меня есть сценический псевдоним Латифа, просьба называть меня по сценическому псевдониму, потому что он придуман не просто так. Вот, и мне бы хотелось, чтобы касаемо сцены, касаемо искусства, вы, соответственно, называли всех по их сценическим псевдонимам. В жизни мое имя другое, Наталья, пожалуйста. Хорошо? Такая маленькая договоренность. Так, у нас с вами вот всегда очень тяжело начать, вот я вам честно скажу. Вот самое сложное — это начать. Мне нужно почувствовать вас, чтобы вы почувствовали меня. Мне это сложно сейчас сделать. Я вот стою одна здесь, да, смотрю на вас, и вот столько лиц все сосредоточены на меня. Мне сложно, честно скажу. Это у нас идет постепенно обмен энергетикой. Вы смотрите на меня и отдаете мне свою энергетику, позитивную или негативную. Вот. В свое время я стараюсь отдать, что могу, позитивного в вашу сторону. Пожалуйста, избавьте меня от... Вот я вижу, что вы устали, вы уже с самого утра, я это чувствую на себе, мне сложно. Вот от этого постарайтесь меня избавить сейчас. Для этого поднимите, пожалуйста, руки высоко-высоко вверх, вытяните корпус, сделайте глубокий вдох и опускаемся вниз, делаем выдох. Повисели немножко. Молодцы, поднялись. Еще раз. И вдох. Полной грудной клеткой расслабьтесь и выдох. Хорошо, молодцы, спасибо. Для чего я вас это попросила сделать? Очень важно на сцене, да и вообще в жизни, вот у каждого человека своя энергетика присутствует. Вот, допустим, раз мы говорим о сцене, значит, на примере сцены. Допустим, выходит девушка на сцену, и вы первое впечатление, которое она производит, естественно, сначала идет это ее образ, внешний вид, вы обращаете внимание на то, в чем она одета, в принципе. Затем на то, что она танцует, то есть ее композицию. Вот. И как она танцует, как она исполняет. Очень важно знать вот эти нюансы, как нужно себя подать, это ваша подача. Для того, чтобы настроиться на выступление, нужно, я могу вам сказать на примере себя, да, вот как я настраиваюсь, что я чувствую, какие мысли в голове и так далее. Значит, для меня важно вот эта собранность, которую я в себе внутри собираю перед выходом на сцену, всегда сохранить до конца. Вот вы вышли на сцену, вот там, пожалуйста, там уже раскрываетесь. Вот. Чтобы избежать, чтобы не было вот рассеянности вашей, да, вот вы бывает такое, бывает у вас такое, что вы вот здесь занимаетесь, все у вас получается, выходите на сцену, все, глаза квадратные, вы не знаете, что с вами происходит, бывает, да? Вот это бывает со всеми, абсолютно со всеми. Что с любителями, так и с профессионалами. Будьте уверены. Вот, для того, чтобы этого избежать, что делаю я? Значит, нужно
Как приготовиться? Во-первых, это подготовка за кулисами. За кулисами желательно за 3-4 номера до вашего выхода вообще ни с кем не общаться, не разговаривать в этот момент. То есть настраиваться на танец, на композицию. Если вы, вот допустим, вы общаетесь с кем-то, поговорили с одним человеком, поговорили с другим человеком, вы обменялись энергетикой, этот человек от вас забрал то, что вы настраивали так долго, а вы от него получили уже его энергетику, которая вам совершенно сейчас не нужна. Вот постарайтесь этого избежать, потому что сосредоточиться, выходя на сцену, еще сложнее. Вот. Я имею в виду, если вы за кулисами, допустим, пили кофе, развлекались, там, ждали своего выхода, смотрели на других, ах, ха-ха-ха. Вот. А тут раз ваш выход. Просто выйти и станцевать как нужно, вы никогда не станцуете хорошо, потому что не было этого настроя. Дальше, следующее, что я хочу сказать. Обязательно перед вашим выступлением вы обязаны размяться, то есть сделать мини-разминку хотя бы. Никогда не выходите с неразогретым телом, потому что вы можете получить травму, любую. Это может быть растяжение поясницы, это могут потянуться мышцы не те в ногах, и это вам грозит как минимум лечением впоследствии. Вот, постарайтесь разминаться. Так как у нас сегодня очень мало времени, один час для такой большой информации, говорить о сцене, а говорить о образе можно очень долго, можно сутками говорить. Вот, у нас всего один час, поэтому разминку, к сожалению, мы делать не будем с вами. Вот, но я думаю, вы и так хорошо размялись, да, с утра. Вот. Значит, с чего начнем? Танец, вот, который я хотела бы вам представить, это... Я взяла пример своего танца, да, вот, вот не могу, да, сосредоточиться, вы вот, я чувствую ваши взгляды, и я так, и забываю, что хочу сказать. У меня в голове с утра, я вот отхожу от темы, у меня в голове с утра прям уже часа, ну, 4-5, наверное, уже, что, зачем я буду говорить? Я прихожу сюда, все, сразу теряюсь. Ладно, придет. Я не о том. Значит, когда мы выходим, мне нужен выход ваш. Для того, чтобы выйти и станцевать, в общем, для того, чтобы была композиция правильная, нужен правильный выход, середина танца и ваш уход. Должно быть продумано все до мелочей. Вот. Мой совет, так как вы принимаете участие в соревнованиях ОРТО, вот, мой совет лучше постарайтесь не выходить с середины танца, то есть не начинать свой танец с середины, а постарайтесь за кулис, вот, если есть возможность. Потому что, к сожалению, у нас нет возможности со светом играть. Потому что зритель, который знает, что следующий выйдет там, следующий конкурсант, допустим, да, должна сохраняться интрига до последнего, прям до вашего выхода. То есть если вы выйдете просто, во-первых, зрители уже увидят вас, увидят костюм, как вы вышли, это уже неинтересно. Если был свет определенный, тогда все по-другому было бы. То есть вы можете делать свои номера с середины, если вы, допустим, принимаете участие в фестивалях, концертах, где есть свет. Вот. В конкурсах желательно из-за кулис. Значит, наш танец начинается как раз из-за кулис. Вы можете сюда отойти немножко. Значит, наш выход. Наш выход из-за кулис. Значит, для начала. В данной композиции у меня выход идет, либо мы беремся за юбку, либо у нас с платком, с шалью. Да. Вот. Это на ваш выбор, это не имеет никакого значения. Но если юбка, тогда желательно, чтобы она была двойной, потому что у нас дальше будет вращение. Если вы одинарную юбку будете крутить, то сами понимаете, будет видно все. Вот. Поэтому либо двойную юбку держимся за нее, либо с платком. Так,
Что при этом я, какие мысли на выходе? Давайте, наверное, я вам сначала покажу выход, да? Чтобы вы поняли, о чем я. Угу. Скользко? Очень. Очень скользко. Это мы за юбку держимся. Вот, как бы вот, это выход. Значит, что при этом выходе? А, тут мне лично, я не знаю, как вам, мне очень скользко. Ну ладно, тогда аккуратнее просто бегите. Просто у нас выход идет на вытянутые ноги. Тут сложно. Раз, два, три, четыре. Вот. На вытянутые ноги, чем подальше, потому что... Вы должны сцену рассчитать, то есть в уме себе приблизительно чертите рисунок, который должен быть. Минимальный размер сцены, который для солиста, это 8 на 8. Вот представьте, вот сцена 8 на 8. Да? Вот. Вам нужно выйти за вот эти 8 тактов, пробежки 8 тактов на середину. То есть вы всегда рассчитываете. Давайте начнем. Значит, с правой ноги. 8 длинных таких вот вытянутых шагов. Значит, вот раз, два, три. Сейчас, одну секундочку. Извините, сейчас. Еще раз. Не 8, 8 потом будет. Три. Раз, два, да, там вот. Сейчас, раз, два, три, пам-пам. Раз, два, три, пам-пам. Два раза. Вот, затем 8. Давайте еще раз. Приготовились. Держимся за юбку. Три, четыре. И раз, два, три. Пам-пам. Раз, два, три. Там-пам. Что мы здесь делаем? Мы делаем твист, и бедром мы втягиваем в себя. Раз, два. На носочки, стоя на носке. Раз, два. Но это в движении, в проходке. Приготовились. Попробуем. Три. Четыре. И раз, два, три. Там-там. Раз, два, три. Там-там. Есть? Дальше с правой ноги 8. Продолжаем идти 8 шагов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. И все заново с правой ножки. Раз, два, три. Пам-пам. Раз, два, три. Там-там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пришли. Вот, вы пришли на середину таким образом. Ясно? Да. Давайте попробуем. Один раз без музыки, второй раз с музыкой. Сначала без музыки, потом с музыкой. Приготовились? Три, четыре. И раз, два, три, там-там. Раз, два, три, там-там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, пам-пам. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поворот. Пришли. Получилось? Давайте с музыкой, тогда дальше продолжим. И... Чтобы много раз не бегать, давайте, вы запомнили, да? Дальше у нас идет, тут повороты, на середине сцены. Мы пришли на середину. Здесь мы бросаем юбку, если юбка, либо платок продолжаем держать. Значит, что делают у нас руки при поворотах? Поворачиваемся мы все время вот вокруг одной ноги. Раз, два, три, четыре. Да. Угу. Что делают руки? На четыре счета. Руки внизу, то есть получается раз, два, три, четыре. На восемь руки поднимаются на середину.
Раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Дальше. Руки наверх, наверху. Раз, два. Мы здесь держим платок. Три, четыре. И одна рука остается наверху, другая в повороте. Продолжаю крутиться. Медленно опускается. Медленно опускается до конца фразы. Там нужно просто просчитать. Сейчас вы поймете. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, корпус при этом у нас вот раскрыт. Раз, два, три, четыре. Угу. Пробуем еще раз все вместе. Поворот. Три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Раскрываем руки. Раскрыли. Закончилась фраза. Снизу. И раз. Выброс. И раз. Как будто вы берете себя за бедра, да, и тянете вперед. И раз. Выбросили вверх. Вот. Пам-пам. Остановились. Попробуем? Вы не бойтесь. Я ваш доктор, вы мой пациент. Не бойтесь. Спрашивайте, если что-то непонятно, я вам еще раз объясню. Ладно? Пробуем под музыку до этого места. Да. Открываем. Значит, смотрите, после приземления, после нашего выброса, да, у нас идет здесь мини-импровизация такая есть. То есть здесь не обязательно заучивать, там она такая, музыка одна на другой. И вот как хотите, можете заучить. Давайте как пример, да, я вам покажу уже, чтобы вы заучили, допустим. Здесь я делаю одна волна, дальше правая ручка спускается. Тара-тара-тара-дам. С тряской опускаем левую руку и переход в другую, в правый пальман. Угу. Здесь то же самое. Волна. Опустили ручку. Тара-дам. Здесь может быть ваша грудь, что-нибудь, тарелочка, что угодно. Ясненько? Та-да-дам. Дальше. Маленькая бочка. Раз и два. Та-ра-да-ра-дам. Сейчас вы поймете все. В конце идет тряска. И с правой ноги три шага назад. С правой. Раз, два, три. И руки раскрыли паром. Угу. Вот, это и есть наш выход. Давайте попробуем. Под музыку, чтобы вы поняли, да, как это. Ладно, давайте я сначала протанцую. Нет, вы уже стойте, оставайтесь, да, на местах, чтобы вы не бегали. Волна. Ботечка. И
И три шага. Раз, два, три. Угу. Спасибо. Запомнили? Вот 50-50, да? Наверное. Ничего, вы освоитесь, запомните. Мы просто это будем повторять, поэтому вот этот, именно этот кусочек такой а-ля импровизационный. Дальше будет поточнее. Значит, что мы делаем дальше? Здесь у нас руки раскрыты. Раскрыты вот ладошками. Хоп. При этом мы энергетически зрителю тоже несем этот посыл. Вот я вышла на сцену. Понимаете? Да или нет? Хорошо. Дальше, смотрите. Там, 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 та, там. Получается раз, раз, два, в себя и от себя. Там, там. Еще раз. Там, 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 та, там. В другую сторону. Там, 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 там. Там, там, грудь, там, там, голова. Раз, два. И дальше у нас пойдет пробежка, как я ее называю. Еще раз давайте это повторим. Три, четыре. И там, 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 пам-пам. Там, там, та-там. Там, там, грудь, голова. Там, там. И дальше такой момент. Смотрите, у нас левая нога впереди. Мы можем побежать в левую сторону, но мы делаем посыл влево, а сами будем бежать вправо. Вот что вы должны сейчас сделать. И раз. Угу. Как бы прыгаем на левую ногу, и вправо уже идет оттяжка. И раз. Вот. Угу. Да. Так, давайте еще раз. И пойдем дальше. Там, 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 та, там, 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 та, там, 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 грудь, голова и раз. Угу. А, как вам будет легче? Вот это повторить под музыку или дальше выучить и все вместе уже повторить, да? Хорошо. Значит, смотрите. С правой ноги. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да. И правым бедром мы доходим на свое место. Три, четыре, пять, шесть. Поворот. Угу. Еще раз. С правой ноги. Три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, поворот. Запомнили? Смотрите, после первого поворота что мы делаем? Снизу раз и два. Та-там, там, та-там. Три и четыре. Та-там, там, та-там. Все. Еще раз со мной вместе. Три. Давайте пройдемся и сделаем концовку. Три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот. Раз и два. Та-там, там, та-там. Раз и два. Та-там, там, та-там. Дальше. Это вы запомнили? Да? Ничего здесь сложного? Хорошо. Дальше. Влево. Теперь то же самое делаем, но только с левой ноги. В левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Левым бедром доходим до конца. Пять, шесть. Поворот. Здесь мы продолжаем только одной тряской. Вправо-влево, вправо-влево. Угу. Это второй раз, запоминайте. За третьим разом. Вот пробежки у нас повторяются. Сначала одна вправо, другая влево. Одна вправо, другая влево. Всего их четыре штуки. Вот мы должны сейчас сделать третью. Делаем третью. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот.
За третьим разом у нас идет немножко другая связка. У нас идут преломления. Раз, два, три, тарелочка и обратная волна наверх. Еще раз. И раз, два, три, тарелочка, обратная волна. Угу. Еще раз. И там-там-там, тарам-там-та-там. И в другой пальман. Там-там-там, тарам-там-та-там. Запомнили? Хотела на вас посмотреть, я попозже на вас посмотрю. Давайте последний раз влево сделаем, закончим эту связку общую. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот. Давайте повторим это под музыку. Да? Давайте уже с остановкой. Угу. Вот с этого. Тогда вот с этого. Вот с этого тогда получается. Если можете, да, пожалуйста. Тогда вот. Понятно. Еще раз так же сделайте, пожалуйста. Тогда с этого. Оставьте. Мы не знаем. Видите, здесь скорость немножко быстрее, чем мы учим. Поэтому просто, когда уложится в голове, вы успеете. Так как вы думаете пока, что зачем, вы не всегда успеваете. Еще раз повторим это побыстрее, да? Закрепим. Давайте еще раз с того же момента. С того же, да. Наверное, повторим с того же момента, потом все вместе. Так будет лучше для вас. Да, громче. И правая. Последним разом мы поворачиваемся правым боком к зрителю. Хорошо? Договорились? Значит, что делаем? Сначала повторяем или идем дальше? Дальше. Давайте дальше. Времени осталось. Значит, что мы делаем дальше? Следующее движение я называю деревце. У нас качаются руки. У нас ноги делают одно, руки другое. Я его назвала деревом, вернее, ветками, которые качаются на деревьях. Да, вот. Значит, смотрите, сколько раз мы это делаем. Правым боком, лицом к зрителям, левым боком.
Четыре. Четыре раза получается. Значит, смотрите, какой момент. У меня в голове каша просто. Не левым боком первый раз, а правым боком. Прошу прощения. Поэтому получится 4, когда как раз на зрителя. Первый раз левым боком, второй раз спиной. Вот. Второй раз, третий раз. И четвертый раз. Ага. Четвертый раз сделали и продолжаем передвигаться этим же движением лицом к зрителю в правую сторону слегка. Вот. За последним разом что вам нужно сделать? Раз здесь у нас широкая юбка, вот здесь у нас идет батман, хоп, который вот пускает волну от юбки. Раз, да. И вы поворачиваете спиной. Раз, два. Угу. Перекинув волос. Давайте с дерева. Вот с этого дерева. Три, четыре. И раз, и два. Три, и четыре. Раз, и два. Три, и четыре. По музыке услышите и за последним разом. Раз с юбкой. Два. Волосы через левое плечо. Первый раз. Угу. Давайте попробуем соединить. Да, под музыку понятнее всегда. Вы включите, я послушаю. Понятно. Значит, смотрите, что там получается. Там быстрее, во-первых, раз, два, три, четыре. Продолжаем делать, поднимая руки по точкам. То есть получается, мы дважды вокруг себя по квадрату это должны проделать. Только первый раз руки у нас наверху, за вторым разом руки у нас снизу поднимаются вверх. Пробуем. Три. Четыре. И раз, два, и три, и четыре. Пять, и шесть, семь, и опустились снизу. Два, три, четыре, и по себе спускаем. Семь, восемь, нога, хоп, волосы, та-да-дам. Мы стоять так не будем, дальше у нас игра волосами пойдет. Просто, чтобы вы зафиксировали точку. Ясно? Пробуем этот кусочек и потом... Чуть-чуть назад. Да-да-да. Второй раз. Третий. Значит, смотрите, первый раз, я вам дальше показываю, вот первый раз у нас по одному. Смотрите, что делают ноги. Тарам-там-там, та-дам-там-там. Просто на пятку мы переступаем и все. Вместе с корпусом. Раз, два, три, четыре. Раз, два. То есть голова у нас приходит в последнюю очередь. В последнюю очередь идут волосы, мы смотрим за ними. Раз и два, три и четыре. Угу. Так, давайте все вместе. Первый раз забросили. И раз. Та-дам, там два. Та-дам, там три. Та-дам, там четыре. Стоп. Дальше увеличиваем скорость ровно два раза. Раз и два. Раз и два. И теперь в три раза. Раз, два, три. Раз, два, три. И в конце... Вырастаем из прогиба. То есть руки у нас, руки у вас
тянут вверх к потолку, и руки вас вытягивают. Пробуем. Пробуем с ногой. Три. И раз. Та-там, там два. Та-там, там три. Та-там, там четыре. Маленькая пауза. Там буквально секунда. Теперь в два раза. Раз и два. Раз и два. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Прогибом. Выросли. Получается? Давайте попробуем. Назад. Назад, назад. Два, три, четыре. Стоим. Раз и два. Раз и два. Сама сделаю меньше. Там получается четыре по одному. Раз и два и три. И четыре. Маленькая секунда, там нужно выстоять. Удваиваем раз и два, раз и два, два раза. И по три раза тоже дважды. Раз, два, три. Все. Тогда делаем прогиб. Получается четыре, два и два. Ясненько? Давайте еще раз. С того же момента. Старайтесь, чтобы волосы прям заходили вот, да, до конца. Раз, два. Чтобы ничего не оставалось ни на одном из плеч ваших. Угу. Оставься, да. Три. Четыре. Стоим. Раз и два. Раз и два. Получилось у вас с волосами? Раз, два, три. Раз, два, три. Выросли. Дальше смотрите, что мы делаем. Внизу, вверху, внизу, вверху, внизу, вверху. Начинаем со спины, но сразу, за вторым разом мы уже должны лицом к зрителю стоять. Внизу, вверху, и на четвертом, там, по-моему, на четвертый раз, раз, два. То же самое, что мы делали в начале. Скрутка. И в себя. Вот эта точка идет в себя, внутрь. Раз, два. Да. Пробуем. После прогиба. Прогнулись уже. Угу. И раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть. Там, там. Там нужно по музыке опять же определять. Раз, два. Высчитать просто. И возвращаемся. Мы сдвинулись, видите? Все время старайтесь держаться центра сцены. И не выходите на переднюю часть, на авансцену. Не заходите далеко назад. Вот старайтесь свой танец выстроить таким образом, чтобы все время возвращаться на середину, раз вы сами танцуете соло. Ясненько? Раз мы сдвинулись сюда, значит, нам нужно прийти обратно. Идем и обратно этим же шагом. Раз и два, три и четыре. Там, по-моему, два раза всего. Заканчиваем. Та-та-та-та-та-та-та-та. Раз, два. Угу. Значит, стряски. Та-да-да-на-на-на-на-на-на. Пам-пам. Сопровождайте бедро головой. Раз, два. Угу. Еще раз пробуем. С этого. И раз, и два, три. Четыре, пять, шесть, семь, там-там. Раз и два, три и четыре. Та-да-да-да-да-да-да-да-дам. Хоп-хоп. Запомнили?
Раз запомнили, давайте мы до конца уже это пройдем. Что идет дальше? Дальше мы поворачиваемся спиной и движемся медленно. Раз, и два, и то есть мы делаем только верблюды верхние. Четыре, пять, шесть, семь. Семь верблюдов. Смотрите, дальше плечо. Раз, два к зрителю. Угу. Правым плечом. Раз. И второй раз еще глубже и присели. Вот на левой ноге мы сидим. Правую я вообще могу оторвать. Угу. Раз, два. Дальше возвращаемся на место. Двумя верблюдами широкими. Раз и два. Опять тряска у нас. Шими. Та-да-да-да-да-да-да. Пам. Там-там. Включите музыку, да. Мы попробуем под музыку. Еще раз. Ага. Можно еще раз с того же момента? С того же момента, да. Я просто ловить сложно сразу. Все, оставьте. Какие вопросы есть по нашему пройденному материалу? Да, запомнить надо. Сложно уложить информацию, тем более с самого утра и до вечера. Значит, смотрите, здесь рука сразу вот по себе, да, вот по голове опускается. Вторая рука отсюда. Раз, два. Пам-пам. Здесь руки раскрыты. Пам-пам. Возвращаемся обратно. Раз и два. И как угодно. Лучше собрать руки и выдать в тряску, да? Та-да-да-да-да-да-да-да. Там. Раз, два. Это что по рукам. Дальше поворачиваемся. Одна рука у нас назад, другая в стороне. То есть наша рука указывает нам путь, да, мы сейчас туда следуем. И медленно в два раза. Раз, и два, три, и четыре. Там по музыке либо одинаковое количество, либо четыре, не помню. Раз, два. Угу. Назад два верблюда, и два. И стоим на носочках, и на носочках делаем шими. Та-да-да-да-да-да-да-да. Там опустились на пятки. Пум-пум. Влево. И повторяем только уже одной ногой на левой. Та-да-на-на-на-на-на-на-на. Раз, два. Вперед твист, назад твист. Угу. Так. Давайте под музыку, что ли? Этот же кусочек под музыку, потом смотрите, что дальше. Раз, и два, и три, и четыре. На носках. Дальше у нас идет до этого момента. Вы запомнили? Та-да-да-да-да-да-да-да. Там твист, там пам. Я по вас как-то не понимаю. Вы запоминаете или лучше все-таки сначала до этого момента повторить?
Для того, чтобы... Давайте повторим все-таки сначала до этого момента, что вы себе уложили в голове. Потому что дальше, чем дальше в лес, тем больше дров. И... Спасибо. Уже все. Ладно, давайте я вам дальше тогда без музыки покажу. Значит, смотрите, дальше идет косолапый мишка, как я его называю. То есть нам нужно сделать такой шаг. Раз. Прям такой тяжелый. Раз. Ага, бедро. Два. Тут идет бедро и рука. Раз, два. Раз, два. Получается, смотрите. Раз. И два. То есть и два одновременно. Угу. Для чего у нас идет отход правой ноги назад? Для того, чтобы мы не попой к зрителю это делали, а вот в эпальмане. Понятно? То есть постарайтесь ногу поставить вот в такое положение, аж вот сюда, не просто назад, вот здесь. Да, давайте попробуем. Три, четыре, и раз, и два. Дальше музыка, как вы слышали, растягивается, и вы постепенно начинаете опускаться, опускаться. Дальше идет тряска правой ногой. Только правая нога, коленка. Это работа одного колена. Правой ногой. Раз, два, три. Прям до конца повисли. И здесь висят и волосы, и ваши руки. Раз, два. Волосы перебросили. Слева направо. Теперь вам нужно правое бедро, поэтому волосы слева никак не могут быть. С правой стороны у нас они. Вот, смотрите, что получается. Раз, два. Опускаемся. Там-там-там-там-там. Раз. Хоп. Волосы. Угу. Еще раз. Хочу посмотреть, как у вас получается. Приготовились. Три, четыре. И раз. И два. Там-там-там-там-там.
И волосы перебрасываем. У кого длиннее волосы, конечно, там усложнее. Это понятно. Так же, как и мотать ими быстро. Та-да-дам. А раз. Дальше. Смотрите. На 8 тактов. Раз, два, три. Только правое бедро вперед. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 8 опускаемся только. И на 8 поднимаемся. Пока только работа бедер. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тяжело считать в таком положении. 7, 8. Опустились. На 8 поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И за последним разом руки нас вытягивают. И 8. Голова приходит в самый последний момент. Что делают при этом руки? Здесь у нас... Хоп! Руки у нас просто открытые. Да. Это когда мы идем вниз. Когда мы поднимаемся вверх, правая рука у нас постепенно присоединяется к левой для того, чтобы сделать вот, чтобы нас вытянуть. К вам лицом. А, так, давайте попробуем. Просто зеркало-то с одной стороны, мы же не на камеру как бы работаем. Либо вам надо было как-то вот хотя бы... Давайте это сделаем. Ну, у нас... Сейчас мы повернемся к вам лицу. Приготовились. Назад. 3, 4. Раз, и 2. 3, и 4. 5, и 6. 7, и 8. И раз, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прогиб. 8 встали, вытянулись. Ясненько? Давайте попробуем под музыку. Сейчас. Назад, назад. Оставьте. Смотрите, что мы сделали. После того, как мы вырастаем, мы идем такими приставными шагами к зрителю. Раз, два, три, четыре. Но только единственное добавляем мы шимми. Трррм, 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 трррм. Да, 4 раза. При этом у нас руки на каждый шаг все ниже и ниже. Раз, два, три, четыре. Пробуем. Выросли. И
Трм, раз, два, три, четыре. Ага. Дальше с правой ноги отходим назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Сложили руки и тарелочкой опускаемся вниз. Раз, два. Причем один раз в левый пальман, один в правый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сели. Семь. Там идет такой акцентик. Трм. Восемь. Еще раз пробуем. Выросли, да. Идем к зрителю. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь важно семь. Вот такой хоп. Иголочкой как будто бы, да. Угу. Быстро сесть. Раз, два. Тарадам. Здесь музыка продолжается, но не всегда обязательно следовать конкретно по музыке. То есть вы можете растягивать, потому что дальше она идет на замедление. Получается, как будто бы музыка идет за вами, а не вы за ней. Поэтому после вот этого мы начинаем успокаивать музыку спокойными волнами, волнами. Растягиваем, да, и переходим в глубокую бочку. Раз, два вместе с волосами, три, четыре, выросли. А здесь дальше уже вырастает, мы будем вырастать грудью. Пока до этого мы не дошли. Давайте под музыку попробуем. Всегда под музыку быстрее запоминается. Вот чуть-чуть назад, с этого же момента. С нашей бочки. Все, оставьте, оставьте. Раз. И вперед. Два, три, четыре. Назад. Спасибо. До этого момента у вас в голове отложилось немножечко, хотя бы чуть-чуть. Вот смотрите, значит, после того, как парам-парам-парам пришли, вырастаем из бочки сначала только вот внизу, да? Сначала чуть-чуть. Раз и два. Три, четыре, уже повыше. Пять и шесть. Еще выше. Семь и восемь. Еще выше. Ясно? Попробуйте. Пробуем. Три, четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нужно сделать таких пять раз. Получается еще девять, десять. Дальше продолжаем. Ноги у нас идут раз и два и навкрест вперед. И обратно возвращаемся. Раз и два и назад. Грудь у нас продолжается.
Продолжай делать то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. Устали? А? Ну да, включите музыку, так проще. Раз, два. Волосы только уже лицом к зрителям. Раз, и два, три, и четыре. Здесь такой вальяжный стиль должен быть, присутствовать. Одни волосы. Раз, и два, три, и четыре, пять, шесть. Так, делать так нужно пять раз. Вот. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. Дальше хагала вокруг себя. Только с выпадом слегка вот на левую ногу. Та-там, та-там, та-та-та-там, та-та-та-там. Получается 4 раза. 4 хага. С каждым движением людей все меньше и меньше. Остались самые стойкие. Ну, я понимаю, просто... Ну, ладно. Поехали. Значит, с волос. 3, 4. И раз, и два, и... 3, 4, и последний 5. И с правой ноги. Раз, та-да-дам. 2, 3, 4. Стоп. Пришли. Хорошо. Запомнили? Мы это все повторим сейчас. Просто у нас совсем маленький кусочек остался. Дальше делаем такой полукруг вместе с животиком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Угу. Скажем шагом. Тум-тум. Еще раз давайте. После волос вот с хагалы. 3, 4. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше смотрите. Раз. Такой прыжочек идет, здесь просто юбка ваша тоже за вами пойдет. Это вот а-ля вот это, да, когда вот за вами юбка шла. То же самое здесь вот. Раз. Раз. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Верхняя часть причем стоит на одном месте, двигается вот только низ. Та-да-да-да-да-да-да-да. Да, мелко передвигают, мелко ногами. А, получается... И ра-т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 а. Остановились. Хоп. Раз. Причем сначала вот рукой показали и живот. Раз. В другую сторону. И два. Все вместе повторяем. Так. Да. С хагалы. 3, 4. И раз, та-да-дам. 2, та-да-дам. 3, та-да-дам. 4, та-да-дам. Живот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ара-т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 ам. Пум. Пум. Продолжается наша тряска. Только мы улетаем, да, как бы, как будто вас сдуло. Вот. Раз, два, три, четыре. Понеслось. Пам-пам-пам-пам. Раз, два, три, четыре. И возвращаемся на свое место теми же приставными шагами, которые мы делали до этого. Раз, два, три, четыре. Помните, как мы начинали с выброса? Также мы закончим нашу первую часть. Опять же. Опускается правая ручка.
а-ля импровизационный момент. Вот и все. Давайте попробуем под музыку. Этот кусочек маленький. Кусочек. Оставьте, оставьте. С волос. Два, три. И раз, два. И раз. И. Повторим все с самого начала до конца, да? Закрепление. Thank you.
Спасибо за внимание. Я надеюсь, что какую-то мелочь хоть хотя бы вы для себя усвоили.